Венди снова проспала. А, что? Не слышала будильник. Малышка, давно чистила ушки? О, да. Палочка великовата. Мастерим поменьше. Режем на части. Кусочек ваты обмотаем с двух сторон. Пригодится баночка. Обрезаем колбу. Вкладываем палочки. Полная пачка. Справиться с загрязнением. О, эти палочки мне по размеру. Очищаем. Вуаля! О, снова слышу Лалилу. Как я жила раньше? Приведем волосы в порядок. Okay. Мы все исправим. Берем бутылочку. Очищаем. Прикладываем к пенополистиролу. Обводим форму. Обклеиваем фоамираном. Установим заготовки. Обтянем тканью. Получилось мягкое сиденье. Установим раковину. Раковина для мытья волос сделает процедуру суперкомфортной. Крошка, готова навести красоту? С радостью! Наливаем водичку. Шампунь My Little Pony. Добавим филлер для волос. Хорошенько перемешаем. Присаживайся. Тщательно промываем волосы. Вспениваем. Новенький Дайсон мигом их высушит. Идеальные волосы. So good. Ох, я не могу появиться в школе в таком виде. Поможем с укладкой. Захватим материалы. Полная корзинка. Подготовим поролон. Вложим проволоку. Свернем. Обтянем синим атласом. Заколочка. Окрасим в тон. Пара резинок в комплекте. Удобный набор для завивки. Вау, это бигуди. Покажете, как пользоваться? Конечно, присаживайся. Thank you. Распускаем хвостики. Расчешем волосы. Наденем гибкие бигуди. Завернем пряди. Нанесем пенку для лучшего эффекта. Супер стайлинг. Распускаем бигуди. Изумительные локоны готовы. Я в восторге. Теперь мейк. В тумбочке была мамина косметичка. Пусто. Лалилу спешит на помощь. Приступаем к делу. Намечаем контур. Вырезаем фоамиран. Крепим полосу с отсеками. Складываем чехол. Наносим надпись. Новая косметика наготове. Упакуем в кейс. Возвращаем в ящичек. Та-дам! О, вот она! Thank you. Приступим к мейку. Сперва брови, теперь губки. Добавим блеска. Восхитительно! Доченька, брала мою косметику? Угу. Oh, прошу, исправь это недоразумение. Лалилу, помогите! Okay. Полюбуйся. Wow. Стало лучше. Thank you. Пора собираться в школу. Чао, побежала. Ой, под тканью что-то спрятано. Интересно, что там? Пластиковая бутылка. Режем пополам. Обводим. Вырезаем кружочки. Украшаем полосками. Закрепляем барабан к стойке. Вау, это билеты. Кому-то точно повезет. Сбросим завесу тайны. Кто хочет испытать судьбу? Я первая. Покрутим. Тяни билетик. Окей. Ура, выигрышный. Вау, Ханна везучая. Можно мне тоже попробовать?
О нет, проиграла. Не расстраивайся, дарю свой счастливый билет. Спасибо. Ваш выигрыш – поход в спа-салон. Круто, никогда там не была. Наливаем воду, добавляем крахмала, блестящий крип ПВА, щепотку глиттера и посыпку. Замешаем массу. Получился перламутровый слайм. Баночка подойдет. Наполним слаймом. Украсим этикеткой. Маска поможет в уходе за кожей. Приветик, у меня билетик победителя. Okay. Располагайтесь. Посмотрим, серьезный случай. Наша маска справится. Разминаем. Наносим на личико. Пора увидеть результат. Идеально чистая кожа. Good. Сделаем коррекцию бровей. Хотите голливудскую улыбку? Yeah. Используем тонкую щеточку. Чистим зубки. Я в шоке. Преображение продолжается. Распускаем хвост. Выбираем оттенки маркеров. Пройдемся по прядям. Нежный градиент. Такие цвета точно понравятся Венди. Трендовое окрашивание. Какая мягкость и блеск. Вау, это я? Amazing. Вы просто волшебница. Спасибо. Bye. Молли, взгляни. У меня новый маникюр. Вау, круто. Ой, звонок, собираемся. Где книга? О нет, сломала ноготь. Лалилу спешит на помощь. Присаживайся. Okay. Убираем длину. Не привыкла ходить с короткими. Сделаем наращивание. Вот это длина. Сейчас подстрижем. Шлифуем края пилочкой. Наносим лак. Вау, как ярко, круто. Thank you. Ух ты, гораздо лучше прежнего. Согласна. Ой, извини, ты новенькая? Я Венди. Вау, ты так изменилась. Можно помочь тебе со стилем? Yeah. С покупками поможет золотая карта. Приклеим распечатку. Пройдемся по золотой парамке. Ламинируем пластиком. Ханна, ничего не забыла? Побежали в магазин. Вау, как тут красиво. Чем могу помочь? Меняем подружке стиль. Деньги не проблема. Хочу примерить это. Что скажете? Выглядите неотразимо. Супер, берем этот лук. Может, поэкспериментировать? Ага. Мне кажется, забавно. Круто, берем. Хочу посоветовать образ из последней коллекции. Вау, этот мне нравится больше всех. О-о, только ножки смущают. Так, мы покупаем все. Bye. Милый бокс. Опустошим. Обрежем крышечку. Используем деревянные палочки. Обклеим стенки. Собираем ножки из бусинок. Заливаем воду. Ароматные лепестки роз. Не хватает полотенца для ног. Теперь все на месте. Приятного релакса. Ханна привела подругу в маникюрный салон. Hi. Мы за педикюром. Конечно, снимайте обувь. Okay. Oh my God. Ванночка для ног все исправит. Как тебе процедура? Полный релакс. Отмоем ножки. Вытрем полотенцем. Теперь я красотка с макушки до пяточек. Мэри, добро пожаловать в мастерскую Лалилу. Я привыкла к роскоши.
Модельеры оставили для Мэри модную юбочку. Дополним образ роскошными розовыми волосами. В школьном коридоре царит привычная суета. Школьники шутят и сплетничают по телефону. Алло, да, а ты видела ее новую форму? Привет, ребята, смотрите, что у меня есть. Как вам моя новая сумочка? Последняя коллекция? Ну да, прикольная. Она в кристаллах Сваровски, как и моя юбочка. Ты ее не сама сделала? Конечно, нет. Я купила. Зачем делать самой, если есть деньги? Чуть не подвернула ногу. Давай я тебе помогу. Держи немного. Спасибо, но не нужно. Странно, как это всем нет дела до моего богатства? Приветик, я Рэйчел. Сошьем скромное платье из пакетов. Примеряем. Из кусочка мешковины получился топ. Скрутим бечевку. Серьги есть. Я такая милашка, согласны? У Рэйчел нет огромного состояния, но все хотят с ней дружить. Рэйчел, привет! Какие крутые серьги! Сама сделала? Вау! Давай сделаем селфи! Окей. Good. Мимо проходил мальчик из параллельного класса. Ох, наш парнишка влюбился. Какая интересная девочка! Пойдем со мной в столовую. Нет, она идет со мной. Девочки, я дружу со всеми. Пойдемте вместе. Ура! Круто! Нам понадобится деталь от гирлянды. На горлышке флакона золотой шнур. Оу, это дорогие духи. Снова пора в школу. Лакшери-кабриолет домчит меня за несколько минут. В это время в школу спешил Росс. Hey! Приветик, садись, подвезу. Спасибо, очень вовремя, так боялся опоздать. Но сначала нужно немного прихорошиться. Новый аромат от Dior. Но Росс не в восторге от запаха. Оп-чхи! Эй, погоди, тебе не нравятся мои духи? Я пешком, прости. Ничего не понимаю. Из картона соорудим ящик. Дверца держится на полосках скотча. Ящичек перепачкан грязью. О, урожай грибов. У шкафчика очень необычный декор. Росс вбежал в школьный коридор. Никого? Фу, я подарю ей валентинку. Спустя время весь шкафчик заполнили сердечки от поклонника. Кто это мог оставить? Ого, и тут гора сердечек. Как мило. У меня появился тайный поклонник. Вау, ты такая популярная. Только тссс. Нарезаем полимерную глину на мелкие кусочки. Сплющиваем, придавая форму устриц. Помещаем саму устрицу. Сверху капелька лака. Классическая подача с лимоном. В меню деликатесы. Ну, и как будем делить? Я так голодна. Привет, можно к вам? Конечно, присаживайся. Что у вас на обед? Бургер, но на всех не разделишь. Угощайтесь устрицами, их как раз три. Класс, спасибо. Ну и запах, слишком непривычный вкус. Попробуйте с лимоном. Странно, это ведь деликатес. Какой выберем? К распечатанной упаковке приклеиваем слой фольги.
перекус на любой случай. Переменка в разгаре. Школьники общаются и весело проводят время. Может, отдохнем? Я тоже устала. Фу! Нашла, нашла! Побежали к девочкам. Успели проголодаться. Всех угощаю чипсами. Эй, чего все затихли? Будешь чипсы? Угощаю. Нет, я такое не ем. Соберем бокс из плотного картона. На бечевке держится верхняя крышка. Приматываем к веточке уголек. Состариваем кейс. Рэйчел по старинке пишет пером и чернилами. Доброе утро, дети! Начнем урок. Проведем перекличку. А где Рэйчел? Немного задержится, но скоро будет. Фу, извините, тяжеленький пенал. Учительница диктует новый материал. А, чернила растекаются. Держи чистую бумагу. Спасибо, выручил. Теперь делаем зарисовки. Ой, карандаш сломался. Держи мой бриллиантовый. А, мои глаза! Вот, с угольком тебе будет проще. Вау, какой легкий! Спасибо! Создаем ряд отверстий. Пузырьки наполним химическими растворами. Установим конструкцию на глиттерный лист. Мерный стаканчик пригодится для дозировки. Шарики с глиттером превращаем в колбы. Маленькая лаборатория готова к экспериментам. Урок химии в самом разгаре. Усвоили материал, переходим к практической части. Чур я первая. Смешаем это. Упс, получилась кучка угля. Неплохо, но ты можешь лучше. Рэйчел, твоя очередь. Девочка смешала ингредиенты. Получился бриллиант. Вау! Круто! Она гений! Умница, получаешь высший балл. Палочка нужна для плойки. Тонируем в черный, низ золотой. Обматываем верх полосой бумаги. Обрезаем длину. Половинка трубочки превратилась в зажим. Плойка сверкает бриллиантами. Наконец-то урок подходит к концу. Время тянется ужасно медленно. Переменка! Ей! Рэйчел хочет попробовать лайфхак накрутки волос носками. Поскорей бы завить кудри. О нет, Bluetooth-плойка сломалась. Останусь без укладки. Мэри, смотри, как я завела локоны. Давай попробуем сделать так же тебе. Да ну, из носка? Да ладно тебе, хоть одну прядь. Немного подержать и... Вуаля, красивый завиток. Полюбуйся. Вау, спасибо тебе. Девочки смогли подружиться. Выбираем распечатку лолипада. Приклеиваем на плотный картон. Драгоценный лолипад для самых богатых пользователей. Самый скучный учитель в школе. От его голоса можно уснуть прямо за партой. Результаты контрольной неутешительные. Ваш класс вновь побил рекорды неуспеваемости. Но часть учеников уже дремлет. А Мэри решила поиграть на лолипаде в Соника. Юная леди, вас не волнуют ужасные оценки? Ну, не особо. Ну-ка, отдавай свои игрушки. Посмотрим, во что нынче играет молодежь. Ух ты, а это интересно. Он, кажется, залип в твою игру.
Юху! Прошел уровень! Ставлю всем отлично! Благодаря Мэри у нас пятерки за тест. Ты классная! Куколка выпрыгнула из смартфона прямо в мастерскую Лалилу. Рисуем новые бровки. Чудесный Майк. Подайте ленточку. Распускаем отрезок на нити. Роскошные волосы Эльзы, как всегда, белоснежный блонд. Переходим к выкройке юбки. Подчеркиваем талию поясом. Вместо пряжки сверкают кристаллы. Обувь только что из люксового бутика. Эльза – богатая девочка и никогда не смотрит на цены. Могу позволить себе все? Hi. Девочки, о чем сплетничаете? Да так, ничего особенного. Они продолжили беседу, как ни в чем не бывало. Еще чего? Не ценят мое внимание? Но я вам покажу. Разве вас не впечатляет мой роскошный лук? А способность вызвать снег? Вот хвостунишка, не обращай внимания. О, получите целую снежную тучу. Ой, пойдем подальше. На соседней лавке солнышко. А, отстань от меня, вредная туча. Почему никто не хочет дружить? Наряд нужно сменить. На черном фетре намечаем выкройки. Украсим корсет росписью. Он уже износился, всюду заплатки. Из ткани в полосочку вырезаем треугольник. Получилась яркая косынка. Пробка – идеальный материал для экологичной обуви. Фиксируются босоножки яркими тряпичными деталями. Наряд девочки не из шелков. Изношен, перепачкан, весь в заплатках. Но ее это ничуть не смущает. Малышка Анна – защитница природы и экоактивистка. И хотя девочка бедная, она очень добра и хочет помочь всем-всем. Каша почти готова. Ой, огонь слаб, подкину дровишек. Благотворительный обед пройдет чудесно. На восхитительный аромат сбежались ребятки. Вау, Анна, что это ты готовишь? Как вкусно пахнет! Угощайтесь, приятного аппетита! Эта каша просто волшебная! Объедение! Спасибо! Рада, что вам понравилось! Нам понадобится фактурный фоамиран. Соберем из них сумочку. Осталось украсить снежинкой и стразами. Новый эко-аксессуар станет отличным дополнением к образу Эльзы. Наша богачка скроллила интернет в поисках новых магазинов. Шопинг так расслабляет. О, Анна, надо же, проводит эко-акцию по вторичному использованию вещей. Может и мне чем-то пожертвовать? Отдам свою эко-сумочку. Не так часто ее ношу. Поможет для благого дела. Кусочек коры превращается в основание стенда. Добавим веточек. «Спасите планету», — гласит лозунг. Я решила сделать стенд, чтобы привлечь еще больше людей. Все готово для сбора на переработку. Хей, жду всех! Несите свои старые вещи, они обретут новую жизнь. Эй, а что здесь происходит? Спасаем планету. Сортируй эту пачку чипсов в нужное ведерко. Окей. Hi. Анна, я принесла немного вещей. Жаль расставаться с любимой юбочкой, но редко ее ношу. Спасибо, ты молодчина. Даже пакет отсортирован. Вещи, вещи, приносите вещи. Анна, привет. Может, моя сумочка сможет помочь? Конечно, давай ее мне. Умничка, что решила помочь экологии. Сестренка всегда поддержит сестру. Акция прошла не зря. Одноразовые столовые приборы пригодятся для новой поделки.
изгибаем вилочку. Наносим акриловый грунт. Сухой глиттер придал скутеру ослепительный блеск. Пора оснастить транспорт колесами. Осталось добавить мягкое сиденье и руль. Роскошный мопед стоит невероятных денег, но Эльза всегда получает лучшее. Ребята мчат в школу. Скоро начало занятий. Ха-ха, я быстрее! А, дерево! Эльза, тебе стоит быть внимательней. Не ушиблась? Я в порядке. А мопед? Отчи! Кажется, заглох. Ха-ха, ты весь черный от дыма. Придется катить транспорт самостоятельно. Олаф не оставил подругу в беде. Вырезаем заготовки будущего самоката. Колесики пригодятся. Стек для лепки послужит передней рамой. Укоротим палочки для суши. Руль готов. Скромный транспорт перепачкан грязью, но все еще пригоден для езды. Где же Анна? Вчера была крутая акция. Hello. Привет, ты такая молодец. Крутой самокат, а можно прокатиться? Конечно. Yay! Теперь моя очередь. И я хочу. А вот и Эльза с Олафом. Еле дотащили мопед. Сестричка, советую перейти на самокат. Неплохая идея. Ну, не знаю. Не бойся, это не страшно. Ого, мне понравилось. Теперь куплю самокат и не буду загрязнять природу. Комод с мелочами хранит множество интересных бусин. Вот эти похожи на суши. Завернем в акриловое нори. Как аппетитно. Полная коробочка роллов и палочки в комплекте. Приятного аппетита. Эльзе не нравится школьная еда. Девочка часто заказывает суши. Бургеры, фи, курьер. Прошу, заказ. Спасибо, другое дело. Зачем так объедаться? Разбросала коробки. Еще и мусорить. Смотри, сколько упаковок осталось. Попробуй все рассортировать. Ты убираешь? О, ну и ладно. Кажется, она не так все поняла. Какой яркий цвет. По шаблону выкроим фартук. Окунаем его в бак. Да уж, весь перепачкался. Выглядит довольно изношенным. Из мусорного пакета сделаем несколько крошечных. Зубочистки рассыпались, чтобы собраться в практичные грабли. Стоило окунуть руки в слайм, как появились перчатки. Все готово для борьбы с мусором. Ребята отдыхали на переменке. Самое время полакомиться фастфудом. Обожаю картошку. Кто хочет попкорн? Вот неряхи, все разбросали по полу, а ведь плакат учит сортировать мусор. Как вам не стыдно, такой беспорядок развели. Упс, мы даже не заметили. Если бы каждый убирал за собой и сортировал отходы, сидели бы в чистоте. Ты права. Сейчас все соберем. А это даже весело. Совместными усилиями школьники убрали коридор и вынесли из происшествия полезный урок. Молодчина Анна приучила детишек к порядку. Вау, осталась заготовка смартфона. Торцы чехла сверкают глиттером. Засыпаем в стакан материалы. Вуаля! Подарочный бокс со снежинкой. Внутри на подушечке блестит последний iPhone. Кому же он предназначен?
Эльзе нравился один мальчик из школы, но вот незадача. Ему симпатична Анна. Но наша богачка решила обратить на себя внимание парнишки, преподнеся дорогой подарок. Чем могу помочь? Мне нужен самый крутой iPhone лимитированной серии. Рекомендую вот этот. Беру. Консультантка запаковала новинку, но коробка показалась Эльзе слишком скучной. Так-то лучше. Ничего себе. Hi. Hi. Я думал, ты уже не придешь. Сори, немного задержалась. Это тебе. Эй, ты куда? И что в коробке? Айфон? Ничего не понимаю. Зачем он мне? Ладно, может, вернется за ним. Щедрый жест явно не впечатлил подростка. Выбираем нужную развертку. Складываем конвертик. Послание поместится на крошечном листочке. Каждый украшен стразами, блестками и, странное совпадение, все адресованы Анне. Анна стала очень популярной после всех благотворительных акций. Анна, ты не поверишь, почтальон оставил целую охапку писем. Кто же их отправил? Ума не приложу. О, вот еще. Надо же, сколько поклонников. Да уж, мои добрые дела не остались незамеченными. Я буду твоим личным почтальоном. Ха-ха.